Всем привет! У меня утро, поэтому я готовлю завтрак. На завтрак у меня омлет. Особенность этого омлета в том, что я буду готовить его порционно вот в такой силиконовой формочке. В омлет я сегодня добавлю зеленый лук, мелко порезанный болгарский перец, нарезанные сосиски. То есть то, что у меня было в холодильнике. Вы добавляете то, что есть у вас. Форма у меня на 6 порций. Я взяла 5 яиц и столовую ложку молока на каждое яйцо. То есть 5 столовых ложек молока. Половинку болгарского перца я уже мелко нарезала. Теперь мелко нарежу лук. Лук порезан. Я его отложу в стороночку и взобью яйца с молоком. Рецепт самого обычного омлета, поэтому вы можете сделать так, как вы обычно делаете. Яйца взбиты с молоком. У меня уже нагревается духовка до 190 градусов. Я буду добавлять специи. У меня немножко перца. Я, кстати, недавно купила вот такую соль. Это розовая соль с различными сухими травами. Вы можете добавлять любые приправы, которые вам нравятся. Немножко подсолю. Эта ложечка у меня пол чайной ложки, поэтому примерно четверть ушла у меня. Теперь можно все овощи и добавки положить в яйца и разлить в форму, или можно разложить все это в отдельной формочке и сверху залить яйцами. Я форму ставлю на металлический противень, чтобы она была более устойчивой, и разложу овощи и сосиски в каждую форму. Формочку я смазала слегка растительным маслом, чтобы омлет легче отходил потом. Добавляйте столько, сколько вы любите. У меня здесь нарезана половина болгарского перца. Я его так равномерно сейчас туда разложу. Также разложу сосиску и зеленый лук присыплю. Ой! Это нужно убрать, иначе будет гореть. Я разложила овощи и сосиски. Теперь равномерно распределю яичную смесь. Разливаю я вот такой ложечкой. Из данного количества продуктов у меня полностью заполнилось 6 отверстий вот такой формочки. Сверху я еще посыплю вот таким перчиком. Это уже, не знаю, просто так. Поставлю форму в духовку на 10-15 минут. Духовка у меня нагрета до 190 градусов. Вот и все. Ждем. Получился вот такой омлет, хорошо поднялся, очень вкусно. Еще раз повторю, можете добавлять все, что у вас есть в доме, или все то, что вы любите. Этот омлет очень удобно брать с собой на работу. Его очень легко разогреть в микроволновке, и он очень вкусный. Всем приятного аппетита и хорошего дня!